Я, конечно, не думал, что в свои 24 я буду говорить спасибо, хватит. Не, ну что сказать, ну как бы это опыт, это был большой опыт, это был классный опыт. И сказать, что типа после этого я теперь не буду жениться, нет, я так не скажу, естественно, буду жениться. Надо будет 500 тысяч раз. Шучу, конечно, нет. То есть у меня не появилось, знаете, от этого процесса отторжения. И даже несмотря на то, что процесс развода на данный момент, это такой достаточно непростой процесс, как оказался, не в рамках там документации, там юриспруденции, всего остального, а в рамках именно человеческого фактора, даже это не отбило у меня желание жениться снова.